Предлагаем вашему вниманию кресло-коляску для инвалидов Conveyed Metro ME16. Данная модель предназначена для транспортировки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата при помощи сопровождающего лица как в помещениях, так и на улице. Это самое легкое и компактное кресло-коляска в модельном ряду Conveyed. Она удобна для перевозки в общественном транспорте и багажнике автомобиля. Conveyed Metro – это современное компактное кресло-коляска с механизмом складывания типа трость. В сложенном состоянии она имеет размеры 124,5 на 43,2 на 37 сантиметров. Ширина сиденья составляет 40,5 сантиметров. Фиксированный угол наклона сиденья обеспечивает ребенку оптимальное положение, в котором снижается нагрузка на позвоночник, мышцы спины и внутренние органы. Легко моющаяся обшивка имеет дышащую вставку из прочного сетчатого материала. Коляска снабжена системой самонатяжения сиденья Self-Tensio. Кроме того, имеется ремень для натяжения спинки в поясничной области. Благодаря этому поверхность сиденья и спинки всегда остаются ровными, как у кресла-коляски с твердым основанием. Трехточечный ремень безопасности быстро застегивается и расстегивается и надежно фиксирует тело ребенка. Ручки для сопровождающего раздельные, с мягким покрытием. Сверху может быть установлен съемный капюшон с прозрачным окошком для сопровождающего, позволяющим наблюдать за состоянием ребенка. Откидные подножки коляски оснащены опорами для стоп, регулируемыми по глубине и высоте. Быстросъемные колеса с цельнолитыми шинами обладают повышенной проходимостью и устойчивостью. Задние колеса имеют стояночные тормоза.